Какие напитки вы больше предпочитаете в жару? Лимонад. А еще что-нибудь? Чай. Холодный кофе. Обычно охлажденный квас. Байкал и горячий чай. Минеральную воду. Диетологи всего мира уверяют, лучший лимонад во время жары – вода Сасси. Название «диетический коктейль» получил в честь придумавшей его Синтии Сас, диетолога и частой участницы ток-шоу. Жительница Самары Марина Штыкова следит за своей фигурой и нередко готовит домашние лимонады, в том числе и французскую воду. В летнюю жару идеальный напиток будет водичка Сасси. Она состоит из лимончика, огурца, мяты, еще можно добавить лайм, имбирь, яблоко. Чем же прекрасна эта водичка? Во-первых, она восполнит дефициты микроэлементов. Она хорошо питает кожу. И прекрасный бонус – вы можете похудеть. Поскольку все витамины у нас находятся в кожуре, и режем мы в водичку все фрукты с кожурой, мы, естественно, должны все очень тщательно помыть. У мяты листочки мы отрываем, а фрукты и овощи мы режем тоненькими кружочками. Воду Сасси лучше всего готовить накануне, например, с вечера, чтобы она хорошенько настоялась, и все ингредиенты, входящие в ее состав, полностью отдали ей свои ароматы. Так свежий огурец сделает напиток легким, лимон поделится ароматом и кислинкой, а имбирь подарит пряность, вместе с ней бодрость и энергию. Напиток можно разнообразить, заменив лимон лаймом или апельсином, а еще добавив веточку базилика или розмарина. Если времени на настаивание воды Сасси нет, вы все равно получите отличный витаминный коктейль, просто его ароматы будут легче, а вкус нежнее. Чтобы водичка насытилась всеми витаминами, она должна настояться около 4 часов, а потом смело угощайте всех ваших домочадцев. Адама, мяу скажешь? Ну, чё, мой сладкий? Виктория Шарая, Василий Колдашов, «События».